экран. Да, они опять показывают тигрят. Ну, видимо, она им заруинила игру. Ой, печально, печально, дамы и господа. Когда рушится стол, это всегда очень плохо. Да, не очень здорово то, что она сломала игру им. Да, ну может быть мы сейчас тогда начнем новую. Чего? А, все, ну да, давай попробуем залететь, я согласен. Если они сейчас отсоединятся, надо главное понять этот момент. А у них пароли там или что-то типа? Давай показывать, блядь, тигрят постоянно и прочую хуйню, короче. Давай. Или, бля, я, короче, давай я буду только матом говорить, я не знаю. Давай. За ролплеем, да? А, ну, блин, я так понял, Дестер там играть будет? Ладно, скайп, конечно. Я тогда... Хотя нет, матом нам предупреждение въебут надо, короче. А, да-да-да. Ну, тогда, ребята... О, Дестер в скайп, мы можем ее координировать, может? Так она отлетела вроде, или она... Не, она вроде вернулась. Показывать игрят будет там, что-то там. Да не, как мы ее скоординируем? Я даже ничего придумать не могу. Я не знаю. Она слышит нас, показывает тебе. Ладно, давай закинем. Прожми там. Можешь прожать. Нифига у нее мерзкая фотка в скайпе. Да, ребят, вряд ли получится меня скоординировать. Чего ты? Вряд ли получится меня скоординировать как-то. Там нет, вы... тебе не надо координировать. Сейчас первым делом спроси, типа... Какая у тебя роль вообще? У меня мирный житель, к сожалению. Хорошо. Скажи тогда на первую роль... ну, а если ты мирный житель, спроси, что это Дон Мафии, короче, делает. Я раньше, скажи, только на семерых играл. Скажи, что типа Дон Мафии делает. Реально тебе говорю. Только не смейся. Хорошо, на всё. Связи. А потом изображай тигрицу сразу и нажми «я все». Ты типа, объясните мне, что там мафия делает, выключись, сразу изображай тигрицу. Вообще, после тигрицы много непонятных жестов показывай, короче. Да, какие-то единицы, двойки. Тряси руками. Нормально, я как раз сейчас отойду, поесть по гриве подойду. Коллега, я надеюсь, вы справитесь. Все, Мэтт, главное, меня не смеши, все. Хорошо, я и не собираюсь. Тебя, блин, пока очередь дойдет, там час, наверное, пролетит. Да. Так, Анжел. Какую карту вытащила? Я ж тебе опять спалю. Просто не знаю, вот я есть игроки, которых я читаю. Ты относишься к таким игрокам. Вот я так раз, и сейчас тебя послушаю. Что-то я не знаю, вот нас, говорят, 3000 человек смотрят. 3000 человек смотрят, как мы... Блин, нам спалили то, что мы на стриме, блядь. Не просто сядут, твою мать, полное дерьмо на самом деле. Вот так вот говорят, вот я не знаю, должно быть стыдно нам. Может, хотя бы эту игру соберемся, но выиграем, докажем, что мы тут тоже, короче, вроде как играем. Главное, чтобы шестой номер снова начал ручки. Не найдем, хотя бы угадаем. Хотя бы угадаем. Ладно, я... В прошлой игре угадывали, не угадали. Теперь, когда они знают то, что мы... Да, они знают наши планы. И твой роль знает, скорее всего. Они знают мой истинный облик. Счет игру выиграть, я надеюсь, мы ее выиграем. Главное, не забудь раз, сказать, что делает Дон Мафия, и тигрицу начать изображать. И потом попроси седьмую не курить еще перед тем, как выключиться, потому что, типа, не выносишь запах дыма. А, и скажи еще, что у третьей, типа, из ноздри что-то торчит. И справа еще. Подожди. Да не, на самом деле ничего этого делать не надо, просто... Просто изобразить тигрицу и все. Да, наверное, надо постараться ради них и максимум, чем их, ну, смутить это тигрицы. У вас с кексом одна рубашка на двоих, что ли? Ну да. Номер два я вообще не слышу. Я тоже не слышу ничего. Показывай Зигу, кидай Зигу тоже, как Гитлер, он типа... Во-во-во-во. Не-не-не, в локте согни, типа, знаешь. Типа, о, не-не-не, в локте на себя, наверх, как... Ну, блин, я не знаю, как тебе, да, вот этот. Так, доброе утро. Не похоже на Зигу. Теперь перекрести руки, короче, просто, типа, нет, типа, нет. Не-не-не, крестись сама, типа, ты как будто в небеса увидел. Нет, просто показывай крест, типа, короче, крест. А теперь просто трясите кругами и десятку показывай, как будто это 10. Я с тобой поиграю. Да-да-да, вот так, 10, все отлично. А теперь 6 покажи. 6, 6 и вниз знак, как будто он отстой, не трясись так сильно.
Еще не говорил. Да-да-да. Он теперь понимает, 6 вниз, да-да-да. А теперь 6 классов, кэш. Типа ты передумал, только так быстро не делайте, надо пометки мне немного. Нет, подожди. 6 становится классом, когда я послушаю его. Девчонки, хорошо. Скажи, что 6 тебе очень нравится. Очень нравится. В прошлой игре ты стал его. Меня тоже же видно. Он, блядь, похож на альфа-самца, это самое главное. Большой привет. Игроку номер 9. Номер 9, да. Так, что, там в чате есть какие-нибудь идеи, не? Да. Номер 9. Есть идея, ахахахаха. А, мафия, понятно, нет? Чат просто. Ты меня слышишь? Да-да-да, показывай, ты мафия, типа. Ну ладно, мы потом, мы еще узнаем, мафия или нет. Покажи двойку, тигр, неожиданно. Вот, я игру красный. Двойку. Один, двойку. Два. Я не слышал. Двойку, нет, и теперь вниз, класс спасибо, показывай, спасибо. А рядом вниз, типа. Не-не-не, в класса. Не, а теперь косой, как у Рухачева. Через полстола уже летит твое послание к игроку номер 9. Черный игрок. Смотри, все, пятерку сливайте, пятерку вообще никуда не годится. Не забудь спросить, что Дон Мафии делает. Вайдала еле услышала, вот очень плохо. Слышно тебя, еле понимаю, что я сказал. Я на максимальный номер. Шестому покажи класс, он клевый, он должен стать на твою сторону. Я уже плохо слышала. Да. Услышала, вот 4 послания. А теперь тигрицу, потренируй тигрицу. Игроку номер 9 на полречи. Пойдете, но он может быть черным. Все, текст. Я не могу поверить, что теперь ты управляешь. Я кушаю. Я не могу поверить, что 10-й 22 года. Вот я бы 4 проверила. Но я такой комиссар, но вы поняли по предыдущей игре. Короче. Поэтому комиссар. Она, мне кажется, 25 не доживет столько курит. Вот 1-2 игроками, 1-2. Ну, Кекс, а что вы думаете, как специалист по этому столу? Доброе утро, город. Там игрок номер 9 своими культяпками махает. Там кто у нее черный, то я уже даже смотреть на это не могу. Да. Короче, смотрите, игрок номер 1 нормально поговорил. 2 я не слышал, 2 только попробуй мне в этой игре навтыкать. Я реально очень орать буду, если ты красный. Третья, короче, не очень поговорила. Можешь лучше, может она лучше поговорит. Третья, скажи, что поговорила. Тебе не понравилась четвертый, речь стоп, потому что она была очень короткой. Ты не мог ночью отойти. И очень черный. Тебе нужно было утром отойти. Очень короткий, очень подокращился немножко, да? Все у тебя нормально. Там список... Хорошо, я вас слушаю, но не буду смеяться тут, что не слышно было. Спокойно, я сконцентрировался. Короче, топишь и слово, топишь и слово. Все хорошо. Четвертый проверяет. Нет, блядь, если она будет топить третью, то... Типа это будет намного смешнее. Пятый, третий короче, пердак наверняка сильнее взлетит на воздух. Короче, слышь, Дестро, слушай меня внимательно. Вот, скажи обязательно, делал, что тебе нравится номер 1, 6, 2 и 4. Это мужики, которые тут стоят. А вот номер 3... Типа, я ужасно себя знаете, я вам хочу что сказать. Она просто стрим смотреть интереснее, чем слушать, чего говорить. Там хоть комментарии веселые. Там сказали, что он классный. Скажи еще, что речь, типа, тройки она совершила. Да. Я ошибки. Телок говномазия. Поражайте грицу, говни телок и скажи, что все мужики суперсексуальные. Я с первым поражаю. Тогда у Бакум понятно. Говори громче, я не понимаю, что ты вообще там говоришь. Мне не разобрать твою речь. А, третья, короче, в этой игре. Блин, она заглушила вот почти так. Все, а что вы говорили, короче, но примерно я поняла, баб надо засирать, а мужиков да. Ты уже прослушала, я, короче, замьютила. Скажи, баб, что тройка детские ошибки совершила, очевидно, что она... Да, детские ошибки обязательно. Детские ошибки. У тройки и семерки детские ошибки, и ты удивлена, что на таком рейтинге... Так просто возможно. Просто детские ошибки. И скажи, что не понимаешь, как они не могли разобрать твои символы. Скажи, что мы типа играем, и только начинаем и. А, собственно, здравствуйте. Я сегодня среди вас первый раз оказываюсь. До этого играла с менее опытными игроками, но ваш стол мне определенно нравится. Ну что могу сказать по столу? Собственно, однерка, двоечка, четверочка, шестерка. Отличная речь. Единственное, что речь стола была немножко короткой, но это ничего страшного. У троечки... Не смейся, заблочь микрофон. Про тройку не забудь сказать, что она детский ошибка. Тройка, детский. Пожалуйста, делай такое смешное лицо номер 6, потому что ты меня очень смешишь. Прекрати, пожалуйста, делай. Прекрати делать такое лицо, чувак. Ладно, тройка, пятерка, семерка и восьмерка. Ну, такие себе речи, не очень... Тройка, детские ошибки, быстрее. А тройка совершает детские ошибки. Самая черная речь у тройки, я считаю. А это следующему игроку.
блин, это уже не та шестерка, это просто умора. Ебатики у них от этой хуйни. Тигрицу! Да-да-да, тигрицу. Русский Роберт Паттинсон. Молодец, крутяк. Купи себе пальтишко, блядь. Блядь, Роберт Паттинсон. Господи, что бабулька жжет что-то. В натуре разошлась, блядь. Первый игрок. Боже мой. Не. Нормально, ребят. Шестой до сих пор типа понять не может, от него даже спиды, видимо, от мозга откатили, наконец. Ребят, для меня будет очень тяжело. Да ладно, терпи. Все равно сейчас непонятно. Тигрицу показывают, шестой показывает, так как его чат. Все показывают тигрицу. Показывай теперь то, что ты комиссар, наверное. Я не знаю, этого ты еще не делала. Все, отлично, молодец. А там вроде как ты еще типа спалец под другой берешь, что не комиссар. Что она сейчас изображает? Это было похоже, знаешь, на чувака из... Как его? Господи. Лабиринта Фавна. Так, ладно, сейчас опять отбегу, что-то я давайте что-то еще придумывать, надо прям... Ребята, просто смотри, да ты умрешь, скорее всего, этой ночью. Не-не, они проверять, нет, они проверять хотят, они же... Мафия договорится только в первую ночь. Не факт, что ее убьют, а ее проверять хотят. Скрывайся комиссаром, топи в тройку, я не знаю, что... Да-да-да, скажи комиссарам, проверила в первую ночь тройку, вторую... Вот эту, с круглым лицом снизу, короче, не помню. Кажется, сейчас только же первая ночь еще, то есть... Ну да, про... но какая разница? Ты скажешь, что ты двоих проверила, типа, не понимаю, почему раньше так не делали, скажешь. Что, идиоты, что ли? Да не, ну так, конечно, не надо говорить, просто говори, я проверила тройку, это черная, это... Интуиция, комиссарская интуиция подсказывает мне, что, типа, вот эта девочка с щечками, она... Вторая мафия. Ну и, конечно, десятка, типа, это третья мафия, тут нет никаких... Да нет, тройка, потому что детские ошибки. Детские ошибки. Ну скажи, детские ошибки вынудили меня сходить к ней. И... Естественно, ты не ошиблась. Смотри, неуверенный тигр от второго номера. Кекс, как ты думаешь? С чем это связано? Чтобы игрока номер 9 проверил, то есть комиссар... Ну, возможно. Кекс, возможно, ты вообще тут? Может быть красный, но я считаю черным игроком. Номер 9. Черный игрок. А, он есть, наверное. Среди других, скорее всего. Игрок под номером 4. Ну, давайте игрок. Я прокомментирую немного 6, эту игру. Игрок 9, под номером 4 9, говорит даже с 6, трудом. 6-9. Кстати, Destruction, ты можешь обратить на это внимание. 6, скажи, что, скорее всего, этой 6, ночью 9. Ушел Дон Мафии, потому что 6, он еле-еле говорил. Выговаривал фразы. Скорее всего, он либо пьян, либо просто запутался в своих показаниях. Чё такое? Почему меня в чате зовут? Не знаю, но тебя не слышно было, я просто переживал, что ты откатился. Нет, тоже скучно одному тут сидеть, смотреть на ребят, которые... Ой-ой, номер 3 протестует. Явный протест у него. Вызывает так, слова кстати, можно 2, показывать, даже не слышу. Ты сейчас хороший жест, да, пытался показать, когда вот за щекой ты эта штука, когда там. Жест это защекой. Тоже что-то значит. Смотри, номер 6. Номер 6 в этой катке вполне может снова оказаться на мафиозном слоте. Слушай, посмотри. Так может его топить, типа? Нет, топить надо либо трешку, либо номер 7. Это вызовет наилютейший бадхёрт именно. Ну давайте, типа, давайте. Ну какой смысл, 7. Даже давайте. Если шестерка начнет пригорать. Скажи просто девятка, что ты комиссар, но ты... А, блин, Distraction, скажи, что ты комиссар, но в первую ночь никому не пошла, потому что не считаешь это нужным. Ты и так уверена, что это 3, 6 и 5. Ты проговорил все, ты что, не слышно, что ли? И просто постоянно говори Анжеле то, что она просто совершает самые детские ошибки, ее бы даже в школе, если бы школьники играли в матч, ее бы там... Пишешь, что семерка стрим смотрит, не знаю, как ты чат узнал. Семерка? Стрим-снайпер. Но она грустной стала, я сказал, круглое лицо. Обиделась, наверное, поэтому ей так грустно. Мы не специально. Мы не знаем, раз. Короче, ребят, я вам сразу хочу сказать, смотрите, сейчас, скорее всего, эта жируха меня рассекретит и скажет на весь стол, что вы меня подговариваете, то, что это план, и что это смех. Надо как-то ситуацию повернуть на себя. Скажи, что семерка, типа, сошла с ума, нет никакого стрима, это явный черный муж.
не знаю. Отлично. И скажи, что у пятой была короткая речь, невнятная. А тройка совершила детские ошибки. Это главное. Знаю, ну 6 лучше, чем 10. Можешь сказать, что ты комиссар, никого не проверял, потому что для тебя все и так очевидно. Если тебя вдруг сольют или посадят, говори, что уходишь комиссаром. Шестой похож на Шеги из Скуби-Ду, реально. Блин, а я не помню, как выглядит Шеги из Скуби-Ду. А, в чатике пишут, что они уже говорили про стрим. Ну, блин, никто на это внимание особо не обратил, почему-то. Да, поэтому... Команды в этой игре 3, 6, 10. Не может быть, потому что я пихаю на своей речи игроку номер 3, а на 10 я назначаю обстрел в конце после ее бредовой речи. И скажи, что команда это, скорее всего, да, я номер 1, 10. На проверку, 4 проверенные. Не, вообще ничего не говори, забей. Короче, смотрите, вот по этому я поводу. Не знаю, кто здесь черный, вот, а я готов. Хотя я бы сам, наверное, забыл уже, что нужно сказать. Будем смотреть, как этот дистракшн справится. Даже если не красный. Короче, еще в девятую можно проголосовать, но девятую пока оставлю за этим столом. Скажи и попроси, короче, номер 5 и номер 6 говорить побольше, то типа, скажи, что они очень короткие речи делают. Да-да-да, я хочу. Но второй меня дает черный. Скажи, что они скипают ход, типа это... Да-да-да, это руинит катку, типа. Могу параноить. Восьмая, больше аналитики попроси, зачем эти истории из нашей жизни, типа номер 5. Может быть черный. И пятый сейчас мало позиций. Особенно шестой мало аналитики дает. Хочу послушать. Нет, ну и три детские ошибки, да еще и отконнектился. Доброе утро, город. Сейчас, короче, если третья сбежит. Представляешь, за мафию попасть и руинить. Короче, десятая голосуется сейчас. Только игрок под номером 10, игрок под номером 10. Блин, а что случилось с казашкой? Ну ты, кстати, можешь автодистракшн сразу сказать, что она ушла, потому что ты ее раскусил и поймал на детских ошибках. Ну, короче, я могу так сказать, мирно уже выиграли эту игру. Господи, что это за звук был, блядь? Кстати, это звук, я хотел все сказать, но забывал. Ты не заметил, что когда речь говоришь, если завершается слово твое, то потом, когда твоя речь снова, оно как бы продолжается вот... То, что ты показывай говорил. Какие-нибудь кукиши непонятные. Все. В общем, ребят, сейчас я вам все скажу. Первый, второй и восьмой отвратительные речи, потому что ни хрена не слышно, ничего не понятно. Троечка раскусила, поймала на ее детских ошибках, она даже сбежала и не хочет продолжать играть. А потом, пятерка, шестерка, у вас более-менее вменяемые такие речи. А, вот, но побольше аналитики, пожалуйста, говорите, потому что, ну, мало информации я из вас выуживаю. Вот, семерка. Семерку сажаем, потому что я уверена, что мафия — это она. Сама я комиссар, вы видели, я вам сигналила на протяжении всего времени. Показывайте Грицу, поставьте переключение. Я ее не проверила, но я уверена, что это она. Я не знаю. Шестой. Это мафия, в принципе. Я, может быть, согласна, но... у меня есть такой вопрос, того, что, блин, у нас шестой номер говорит о том, что... Я считаю, что между десяткой и четверкой есть мафия. Что значит это значит? Ну, наверное, четверку больше. И помните, что у четверку вообще... Я удалил модератор просто. Нет? Ты говорил такую фразу. Боже, автодистракшн, ты проиграла. Че, все, меня отпугнули? Не понимаю, за что ты вроде не ругалась, ничего не делала. Черт. Они подглядели стрим-снайперы. 100%. А что мы нарушили? Уроды. Ну ладно, давай досмотрим, уж теперь интересно. Рак Лон, кто бандал, он пишет. Ну-ка. Кто кикнул? Не, я, конечно, все понимаю, кто девятку-то отключил, за что, ребят, зачем игры? У нас тройка сбежала, вы уже девятого кто-то отключил, господи, мы сюда зачем? Кто-то испугался. Они тоже не понимают. Чтобы посмотреть, как тройка сбежала, как девятого отключили, за что его, за что забанили девятку, кто забанил? Блин, слушайте, а меня на всем сайте забанили, только из кого-то? Нет, наверное, нет. Нормально сидим, пацаны, играем, короче. Да это модер стрим-снайпер. Да уж. Даже ПР-ка не узвала. У первый я бы он, ну, дал ему прозвище, типа, недовольный. Я еще ни разу не видел его радостным. Говоришь, не стой, это модератор. Вика, ты? А зачем? Нет, а он... Пришел человек, дай ему доиграть. А что она нарушила? А, она стримерам привет написала. А погоди, а кто из них Вика? Восьмерка. Можно обзывать. Она просто за... Стеснялась, что есть люди, которые симпатичнее ее на столе. Спасибо. Хотя нет, я что-то слишком перехвалил, по-моему, нашу автодистракшн.
Ваша марионетка на себя. Смотри, большинство людей все равно на твоей стороне, даже оставшись на столе. Ну, какая-то баба взяла на себя смелость вахтера. А, просто не надо было говорить, что она ей не нравится. Знаем четверг, что она модератор, надо говорить, что она тебе нравится, все. Эй, опять все сливают десятку. Зачем вообще десятка заходит с ними играть? Ее же просто не любят. Неудивительно, что она уже истерит так жестко и курит постоянно. Ну да ладно. Но твоя речь была хороша, мне понравилась. Да, вроде ошибок не так много. Да, ну уж поменьше, чем у номера 3. Ну вы как профессиональный комментатор, то есть оцениваете мои мувы. Теперь уже хорошо. Что-то оценить, тут непонятно, чем все закончится. Скорее всего, модератор не стал бы тебя кикать, если бы был на мафом слоте. Я не обижаюсь, смотрите, что у меня есть. У меня есть комочек счастья. Господи, блядь. Бедный щенок. Он милаша. Милаша, правда? Смотри, шестого фейспалм, он вообще, типа, что ты, блядь, достал, уёбывай отсюда. Чё он, он опять тигрёнка показывает? Мразь, иди своей собакой к чёрту. Его сейчас тошнит, похоже. Господи, слава богу, слава богу. Никогда не заходите в игру, находясь под крокодилом и другим. Прощай, щенок. Прощай, щенок. Блин, а ведь наверняка это уже не первый щенок за эту неделю, которого ест эта женщина. Да, ну, она, видно, голодна, и надеюсь, она сделает добро. Голодна до побед, скорее всего. Ну, до этого она тоже. Ну, у меня есть подозрение, что этой ночью умрет первый номер. Будет интересно, его предсмертная речь. Да. Да. Скорее всего, она будет содержать много недовольства, что-то мне подсказывает. Во-первых, действиями модераторов, во-вторых, тем, что он никак не может выиграть сегодняшний вечер. Да. Ну, мы скоро это все узнаем и услышим. Интересно, если кто-то из вас реально на следующую катку к ним заглянет, вас тоже кикнут? Я мне не знаю, мне кажется, уже все исчерпало. Нет, убили комиссара, который скрылся на первом ходу. А, чё, Лон, чё это за проверки? Алло. 4-2. Блин, Яшу обидели. Чё-то байтово пошло. Да, плохо он проверил. Ладно, короче, разбирайтесь. Я вот 1-2 считаю. Нет, он, я даже и не уверен, теперь комиссар он или нет. Его знаки мне не до конца очевидны. Разбирайтесь сами, то есть... Если 6 ком, то 7-8. Там вот черный 10, наверное, да, черный ушла, 3 черных. А мне, кстати, кажется, что единичка в этой игре может быть. Я увидел, сколько 8 лет. 9. Я увидел, сколько 7 лет. Это шутка или что? Да, чувак, вот если сложить их общий возраст, я бы каждый столько дал. Им реально по 19. Я не знаю, короче, ладно. Я считаю, что у нас один черный в игре. Если два, то, наверное, все очень плохо. Я комиссар этой игры. 4 первую ночь проверенный красный, сказал, что пойду проверять 4, проверил 4, нашел красный, он стрельнулся, обидно, короче, все очень плохо. Ну ладно. 4 проверенный красный в первую ночь. Потом прошел проверять игрока номер 2. Игрок номер 2 говорит, что, короче, 6 игрок черный в этой игре. Меня это бесит, пошел проверить. Мало, сказал, что игрока номер 2 будет проблема в этой игре. Я отказываюсь от своих слов. Игрок номер 2 почему-то красный сидит. Короче, смотрите, игра математически выиграна, потому что, по моему мнению, 3-10-2 черных игрока. А сейчас все 7 голосуют, она хуже всего сидит, по моему мнению. Между 8-1 делаю проверку, потому что у меня нет команды 8-1, не вижу там команды. 7 голосую. Да, вот то, что он не видит от команды, это может стать большим камнем преткновения для команды красной. 8 я проверяю. Довольно странно. 9, думаю, и они даже не берут в расчет то, что девятка могла быть комиссаром. И тройка, например. Ну я комиссар этой игры, ну толку мне скрываться, я бы черным тут сидел бы. 7 сейчас посадим, 8 проверю. Расслабься, ну, короче, я последняя черная в игре. Если бы он был черным. Я 3-10 черный, 3-7-10 да, черная команда. Да. Просыпаемся, это короче, и вообще просто черный. Там 10-й дон. Опять сигрята? 9-й, не знаю, 10-й список составлял, у нас на список 4-8-2-9, 9-я была в самом конце. Грязный прием, все-таки тигрят применять в любительской игре, ребята. Да, пожалуй, если вы хотите использовать тигрят, то вам не место на нашем стриме, ребята. Таких людей никто не уважает. А
этот стрим смотрели те, кто сидит в этой игре, короче. Она нашла отмазу. Мне пришлось ее кикнуть. Поэтому, короче, хочет вас обижается, хочет вас не обижает. Не знаю, хочет ли она обижаться, я думаю, что всем попуй. Стрим смотрит. Седьмая сказала смотрит, отключай седьмую. Она прямо я вот не смотрю стрим, мне пофиг. Я как бы не смотрю. Смотри, номер один наш человек, он говорит полностью очевидную вещь, и шестой поддерживает эту идею. А нет, они хотят посадить его теперь. Или я не знаю, что они показывают. Пропусти ход. Девятая красная такая, которая открывалась. А? Не знаю, может они мне кажется пропустить ход или что-то. Смотреть наверх. Ну да, может быть, может быть. Может быть они просто показывают же есть. Как ты считаешь, тот самый мув с G есть? Да, это тот мув, который в 95-м еще Миша КГБ применял на столе. Миша КГБ серьезный был игрок, серьезный. Ну что ж, проголосуют ли они против семерки, который сказал, что она мафия, или посадят единицу, которую подозревал я на прошлом ходу. Ну и, конечно, номер 8, абсолютно мерзкая женщина, тут нет никаких сомнений. Да, все-таки сажают очевидного мафа, который сам признался в этом. Поздравляем номер 6, две победные катки подряд. Он был моим фаворитом сегодняшним вечером. Хочу, чтобы он выпал у меня из пака в Mafia Ultimate Team. Да. Скорее всего, он дадут конформ карточку, да. Довольно редкая карта. Это зря 9-я отпила. Но катка была испорчена модератором под номером 8 с никнеймом да. Сойти. Причем слышал, что она сказала? Она сказала, что потому что семерка смотрит стрим. Да, да. И, скорее всего, восьмерка тоже смотрел. Логика, и, логика железная. Короче, изи гейм. Еще один изи гейм. Еще один изи гейм. Я согласен с господином Лондоном. Могла выиграть для вас, вы меня кикнули. Я хотел, Никита, Байду, послушай меня. Хотел седьмую проверить. Помню, что седьмая отказалась от комиссарства, когда у нее спросил, будет ли она скрываться комиссаром, передумал. Я не хочу слышать после матча.